Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о походе в Панферов. Вот, давайте сразу приступим к делу. Это нам не надо, то, что внизу высвечивается. Отстаньте. Вот он такой вот. Постройка 61 год как Чкалов, но модернизация уже 2004 год. Смотрите, фоточки вот. Всегда убирайте сайт Круиз Онлайн. Тут есть даже расписание теплоходов, ну и расписание отправлений. Очень прям прикольный сайт, всегда им пользуюсь. Вот это труба, ребят, Пушкарёва. Вот. Ребят, листаем быстро, потому что много не хочу вас задерживать. Проект 588 у него. Длина 96 метров. Ширина 14 метров. Осадка 2,4 метра. Грузия у него только из Казани. Вот есть до Саратова. Есть до Самары на 3 дня. Ну, то есть Казань-Самара-Казань, это как у нас Самара-Казань-Самара. Вот есть и рейс Казань-Нижний Новгород-Чебоксары-Казань. Ну вот. Ух ты, есть и Самары рейс. Обалдеть. Самара-Нижний Новгород-Самара на 6 дней. Казань-Нижний Новгород-Казань. Казань-Самара-Казань. Ух ты. Казань-Самара-Казань, Елабугу, Сарапу, Болгары. Казань-Самара. Очень редкий рейс. Хороший прям. Но я на таких не беру. Вау! На 8 дней. Самара, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Городец, Семенов, Кострома, Нижний Новгород, Казань, Самара. Вот есть опять Семенов, Волгоград. Вот. Ребят, рейсы очень хорошие. Ух ты, 14 дней. Ты Ярославля, что ли? До Москвы, вроде. Самара, Москва, Самара. Неплохой рейсик. Дальше, вау, опять Казань, Москва, Казань, к нам не зайдет. Да. Итак, друзья, помучил я вас немного рейсами. Теперь давайте мы посмотрим его отзывы. Казань, Лавли, двухдневный круиз. Очень понравилось. Угу. Прекрасный круиз. Ну, все так пишут. Рейс Казань, Самара, с 29 по 31 августа. Все очень понравилось. И питание, и обслуживание, и команда теплохода. Давайте еще раз. Отдыхали в Панферов с 20 августа по 27 августа. Самара, Кострома, Самара. Все отлично. В общем, ребят, все здесь всем понравилось. Значит, делаем выводы. Теплоход Федор Иванович Панферов. Хороший теплоход. Итак, друзья, всем пока.